56-й выборчий участок находится у фойе клуба акционерного товариства «Гомель-Будматериалы». Члены выборчей комиссии и назиранники начали приходить и недели за полгодины до початку дотерминового голосования. Еще раз 15 хвилин старшиня комиссии Виктор Лагун проводит опошний инструктаж. Увогуле свои обовязки докладно ведая кожны. До проведения выборов тут рыхтовались и навык приняли удел у деловых гульнях с моделированием усих махчимых ситуаций. У нас участковая комиссия и члены комиссии отдельный товарищ уже избирается не один раз. Поэтому фактически они уже и участвовали и в выборах и президента Республики Беларусь, участвовали в парламентских выборах и депутаты местных советов. Но часть, конечно, есть, которые впервые принимают участие. И поэтому, когда проходил тренинг у нас в районе, они тоже принимали участие в этом тренинге. Обовязковая процедура, якая проводится у присутности назиральников, опечатывание урны для голосования, демонстрация скрыни усім присутным, и она абсолютно пустая, и далее непосредственно сам процесс пломбирования. Теперь я ее ускрыю только после завершения выборов 11 кастричника. До речи, сёлета на Гомельщине у першиню выкрастуют больше 600 прозрыстых урнов. Их опечатывание отбудется у день основного голосования. А покуль самым первым выборщиком, який пришел на 56-й участок, стала Инна Абехтикова, у неделю, кажа, прийти на участок не сможет, а принять удел у выборах необходимо обовязково. Пришла досрочно проголосовать, потому что надо было исполнить свой гражданский долг, во-первых. Вот. А во-вторых, потому что я в воскресенье работаю, не смогу попасть на участок для голосования. Вот я решила сегодня как бы более свободно прийти проголосовать. Сярод тих, хто прийшов на виборчий участок у перший день дотермінового голосування, і Кристина Циганкова. Сьогодні їй сповнилося 18 років, і гэтай вибори для її перший у житті. Каже, що вельми хвилювалася, але вибор зробила свідомо, з уліком своїх далейших життєвих планів. Сьогодні вона працює продавцом у одної з крам, але у наступному має намір отримати вищу адукацію і відкрити власну справу. Я планирую пойти поступать на психолога в Гомельский университет имени Скорины. В дальнейшем планирую открыть свое частное дело. Главная задача для членов комиссии – провести выборы у строгой отповедности с действующим национальным законодавством, что, тем не меньше, не выключает творчего подхода до справы. У речи, когда на участку можно не только проголосовать, але еще и убачить нечто цікавое, это только на корысть. До выборчего процесса на шмат таких участках подошли не только за всю отказностью, але и творче. На 56-м, например, организовали выставу работ специалистов акционерного товариства «Гомель-Будматериалы». И пригожа, и одразу некий такий святочный настрой створая. Сярод сёлетніх новоувядзенняў – выкарыстанне спецыяльных кніг са шрыхтам Брайля з неабходнай інфармацыяй і спецыяльных трафарэтаў. Гэта для людзей з вельмі слабым зрокам. Для ўсіх астатніх – куткі выбаршчыка. Правда, большасць гамельчан азнаёмілся з праграмамі кандыдатаў яшчэ напярэдадні. Магчымасцяў для гэтага было шмат, а таму выбраць свайго прэтэндэнта праблемы няма. Телевідзенне і газеты, і была полностью у нас, у меня частны дом. Листовочки бросали, мы читали, и полностью где-то на остановочках у нас везде все было как положено, мы читали, на всех ознакомливалась и выбирали достойных. Я надеюсь, что мой голос выберет достойного. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».